Молодая пара взяла 12-летних близнецов из детского дома, но через неделю вернула их обратно. Девушка и парень из Беларуси, обоим по 27 лет, решили попробовать усыновить двоих мальчиков из детского дома. Свое решение взять уже достаточно взрослых детей они обуславливали нежеланием воспитывать слишком маленьких детей, а взять ради интереса детей повзрослее. В итоге через пару дней пара вернула близнецов обратно. А все из-за отвратного поведения и попытки пацанов изнасиловать свою 27-летнюю фактическую маму, пока папы не было дома. Пара призналась, что эта неделя была одна из самых невыносимых в их жизни, и планировать заводить детей в дальнейшем они точно не собираются.